Здравствуйте, меня зовут Сергей Чураков. Сейчас я вам покажу, как размещать рекламу на ротаторе LCS Marketing. Зашли на поисковик, залогинились, нажимаете вот эту кнопочку Access Ads, открывается настройка рекламы. Вы можете выбрать веб-сайт, это поставить сайт на ротатор рекламироваться, делать трафик на наш сайт. В виде текстового блока можно разместить и в виде баннера. А сейчас я буду размещать в виде на ротаторе. Нажимаем «Создать новую рекламу». Заголовок. Берем заголовок сайта. Такой сайт. Вставляем заголовок. Этот же заголовок вставляем сюда. Description – описание. Берете текстовку, допустим, вот здесь. Я беру вот такую текстовочку, коротко о чем сайт. Дальше, URL рекламы. Сюда вставляете адрес сайта. То есть URL это вот это. Выделили, скопировали, раз, вставили. Дальше, язык рекламы. Русский. Сейчас делается снапшот. То есть скрин сайта, нажимаете следующий шаг. Автоматически генерируются keywords, то есть ключевые слова. Выбираем страны. Страна Russian Federation. Так, что будет еще? Казахстан. Так. Украину трогать не буду. Беларусь. Так, пусть будет Узбекистан. Так. Так, Литва. Латвия. Ну, хватит, в общем, стран. Так, keywords. Сейчас добавлю keywords. Keywords. У меня уже выбраны keywords, то есть ключевые слова. Вставляю и плюсик. Выделяем. Значит, ввели здесь ключевые слова, выбрали страны. Вот я выбрал страны. Нажимаем следующий шаг. На следующем шаге у вас надо выбрать бюджет. Я вот выбрал, допустим, 200 тысяч рекламных i-кредитов. Ежедневный расход 25, ну пусть будет 25, ставка. Ну, я поставлю ставку 3. Так, дальше. Время разместить, текущее расписание. Ну, допустим, пусть будет понедельник, суббота, часы. Антимеридиан, постмеридиан. Ну, здесь я ничего не буду сейчас делать. Нажимаем следующий шаг. Здесь коротко содержимое рекламы. И нажимаем финиш. Значит, после этого реклама, размещенная, находится на модерации. Компания проверяет на соответствие определенных норм. И если все правильно, эта реклама начинает показываться на ротаторе. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч.